Сегодня у нас взрослая группа Ярополка, это основная группа, и, соответственно, команда Хайкика. У нас сейчас скоро чемпионат России, у вас какие-то турниры. Это сделано для того, чтобы вы все-таки почувствовали разницу. Вы привыкаете к своим спарринг-партнерам, вы привыкаете к своим. Мы с Артуром выступали раньше за сборную Москвы по рукопашному бою. 2007-го, получается, на России мы были в 2010-м. Вместе в 75 ты сразу выбыл. Я дошел до полуфинала, я помню. Тогда только создали Международную федерацию рукопашного боя. Это был первый отбор, первый чемпионат России с отбором на мир. Почаще таких встреч, фактически как соревнования. Самое главное, чтобы вы больше общались и подписывайтесь друг на друга. Я считаю, что в Ярополке выиграл я, потому что я это все организовал, правильно? А что, ну правильно? Да нет, на самом деле, ладно. Я поощрю. Данечка, это тебе. Сохрани. Анимаксов решился пройти. Биться, это наш Черников. Футболка Ярополка, символика. Ярополк — это официальный товарный знак. Вот от нас подарочек тебе. Спасибо. В лице. Друзья, я считаю, что в первую очередь победила дружба. Как ни крути. А что это такое? Друзья, благодарность выражается главному тренеру клуба Ярополк Чарльзу Сергею Сергеевичу за организацию спаррингов, поединков и за большой личный вклад родителей боевых спортсменов. Поздравляю, спасибо. Дерево как-никак, нормально.